Привет! Я Виктория Шахмина, психолог, и вы смотрите CGTN дома. Мы все сейчас на карантине, и в это непростое время возникают непростые вопросы. Как не ссориться со своими близкими? Совет психолога – оставьте их в покое и займитесь своими делами, в том числе саморегуляцией. Это ужасно сложно, потому что раньше нам не доводилось проводить на одной территории так много времени с семьей. И теперь кажется, что раз мы все вместе, то нужно непременно вовлекаться во все, что происходит. Но это не так. Каждый человек, в том числе маленькие дети, проживает ситуацию по-своему, и ваши способы жить и справляться с ней могут сильно различаться. И сейчас самое время это заметить и научиться соблюдать баланс близости и дистанции друг с другом. А чтобы постоянно не ругаться, я рекомендую следующее. Почаще вспоминайте, что это люди, которых вы любите, выбрали для совместной жизни, и они не всегда такие противные. Договоритесь о границах, настоящих и условных, например, о том, что кто-то на час закрывается в спальне и в это время его нельзя тревожить, или про то, что есть темы, которые нельзя поднимать за завтраком. Используйте в разговорах «я-сообщения», которые помогают вам говорить о своих чувствах, а не обвинять близкого. Например, «не ты меня достал», а «я на тебя сейчас разозлилась». Не усиливайте порывы к дисциплине и порядку. Сейчас самое время для сохранения спокойствия и накопления ресурсов, а не воспитания. Оно никуда не денется. Но если ваше напряжение уже достигло предела и хочется крушить все вокруг, то найдите действие, которое поможет это напряжение телесно реализовать без вреда для окружающих. Например, можно погрызть морковку или силой выжимать мокрое махровое полотенце. Берегите себя!